Hi everyone! Здравствуйте, шестой класс. Тема нашего сегодняшнего урока – CLIL – Content Language Integrated Learning. Что это такое? Это когда мы на уроке английского языка изучаем тему другого предмета. Давайте с вами посмотрим. Natural Science – Weather and Climate – Погода и климат. The Water Cycle – Круговорот воды в природе. Это у нас тема из географии. И сегодня вы поработаете вот этим вот текстом и двумя упражнениями. Также у нас с вами будет аудио к тексту. Итак, давайте с вами посмотрим, что необходимо сделать в первом задании. Прочитайте текст и выберите правильное слово. Затем прослушайте и проверьте. Итак, в первом задании вы выполните его письменно. В тетрадочках не забудьте записать число, тему урока, пропустив две строчки от предыдущей работы. Если вы это не запишете, за оформление тетрадочки будет тоже снижаться 1 балл. Поэтому записываем все это как положено, пишем страницу, номер упражнения и записываем циферки от 1 до 6, да, и расставляем слова. Прослушайте аудио и проверьте, какие слова где стоят. Далее. Прочитайте текст снова и соотнесите слова в рамочке вот с этими циферками на картинке. То есть вам нужно написать циферки от 1 до 4 и написать вот это что такое. Это evaporation или transpiration и так далее. То есть напротив каждой циферки, после того как прочитаете текст, вы узнаете, что обозначают эти слова. Далее, следующее. Третье задание. За вот это задание 2 балла за первое задание, 2 балла за второе задание, итого 4 балла. И 6 баллов я поставлю за то, как вы прочитаете и переведете первые 3 абзаца. Внимательно, ребят, работайте с аудио. В прошлый раз большинство ребят не доработали с аудио, и в произношении было достаточно много ошибок. Постарайтесь поработать внимательнее, тщательнее, чтобы ваше произношение было лучше. Вы получили все 10 баллов. Итак, первые 3 абзаца читаете и переводите по одному предложению. Например, when it's sunny, the weather in rivers and oceans become warmer. Когда солнечно, вода в реках и океанах становится теплее. Отправили аудиосообщение. Следующее предложение и так далее. Текст у вас достаточно простой. И вот эти вот возьмите 3 небольших абзаца. Итак, сегодня мы с вами проходим тему погода и климат. Круговорот воды. Ваша задача сегодня поработать над текстом, выполнить упражнение. Первое, второе письменно, первое задание 2 балла, второе задание 2 балла, итого 4, и 6 баллов вы получите за то, как вы прочитаете и переведете первые 3 абзаца этого текста. Не забывайте пользоваться аудиофайлом, чтобы отработать произношение. Все, good luck, всем удачи, жду ваших работ до 19:00.